Всем привет! Сегодня мы поговорим вот о таких шилдах для микрофонов. Ранее я уже видел подобные на YouTube, но по разным причинам испытывать их возможности не было. Зато удалось изготовить такой на заказ, и сейчас мы посмотрим, что это и с чем его едят. Так, собственно, что это такое? Напечатанная из пластика вот такая вот форма с креплением для микрофона, а внутренней стороне место для акустического поролона. Устанавливается на стойку и позволяет регулировать угол наклона микрофона. Изначально они нужны для защиты от случайного удара барабанной палочкой во время игры и спасения твоей жизни от разгневанного за порчу дубля своего оборудования звукорежиссера. Я тебе обещаю, я тебя найду. Я убью. Но также шилд уменьшает проникновение и смещение звуков других элементов установки и делает звук в нашем случае малого барабана чище. И на этапе сведения, будь уверен, твой режиссер скажет тебе за это спасибо. Ну а теперь непосредственно перейдем к тесту. Ну, собственно, вот такая вот штука этот шилд. Надеюсь, видео было для тебя полезным. Если есть что добавить по данному девайсу, то прошу написать тебе об этом в комментарии. А если ты захотел себе такой же, то в описании к этому видео будет ссылка на мастера.